Физкульт-привет, друзья и ученики! Сегодня в очередной раз мы попросили доктора Алексея Калинчева рассказать нам о очередных вещах. В прошлый раз это был гормон роста. Сегодня поговорим о витамине D, поливитаминах и, конечно же, о омега-3. Этот человек грамотный специалист. Доктор, эндокринолог, гинеколог, нутрициолог. Но пусть лучше он сам расскажет о себе. Здравствуйте, меня зовут Калинчев Алексей, я врач, эндокринолог, гинеколог, диетолог и нутрициолог. Занимаюсь вопросами антивозрастной терапии, спортивной медицины, вот в аспекте спортивного питания, гормональной поддержки спортсменов-любителей, да, не профессионалов, которые не подпадают под допинг-контроль. Веду много триатлетов. Это люди, которые занимаются циклическими видами спорта, такими как велосипед, бег, плавание, с очень большой физической нагрузкой и соответствующей проблемой в виде перетренированности. Естественно, фитнес, бодибилдинг, да, это мое хобби, но я занимаюсь именно фитнесом, но и отношение к бодибилдингу имею небольшое, то есть часть людей, кто занимается и выступает на таких соревнованиях, я тоже консультирую. Ну, а в основном больше, конечно, любителей фитнеса. Есть несколько нутрицептиков, витаминов, которые надо применять с рождения и до смерти каждому человеку на Земле. Несколько слов о них. К таким веществам я отношу витамин D, омегу-3 и поливитамины. Значит, почему я именно эти вещества, нутрицептики, считаю такими важными? Витамин D – это на самом деле гормон. Гормоноподобное вещество, стероидный гормон, как хотите его называйте, он классически описывается среди других гормонов в учебниках по эндокринологии уже много десятилетий. То есть здесь никакой тайны нет. Просто исторически это называется, он называется витамином, вот мы его витамином и считаем. Хотя на самом деле это гормон, который по эффектам, ну, сопоставим с тестостероном, с нашим любимым, да? Есть такой медицинский ресурс, называется PubMed. Так вот, на нем 65 тысяч ссылок на исследования научной работы по витамину D. Это говорит о очень высокой его актуальности, значимости и как хотите там называйте. Значит, для чего он нам нужен? Он нам нужен для иммунитета в первую очередь. Причем иммунитета не только против вирусов, бактерий, и прочей нечисти, но и против опухолевого иммунитета. То есть он защищает от развития онкологии. А как вы понимаете, надеюсь, практически постоянно у нас образуются какие-то чужеродные клетки, которые наша иммунная система уничтожает, выявляет и уничтожает. Вот в этом в том числе помогает и витамин D. Значит, что очень важно? Важно не просто пить витамин D в какой-то дозе. Важно, чтобы в крови была адекватная концентрация витамина D. И вот адекватной концентрацией в крови считается 60-100 нанограмм в миллилитре. И для детей, и для взрослых, и для стариков. 60-100. И не важно, сколько вы пьете витамина D, важно, сколько у вас его будет в крови. Потому что пить можно много, а его будет у вас мало. И наоборот. То есть надо для этого сдавать анализы, чтобы точно знать. Обычно поддерживающая доза для взрослого человека 5000 международных единиц. Я рекомендую покупать в масляных капсулах, так точнее дозировать. Но опять-таки есть люди, кому надо пить и по 20 тысяч, и он у них все равно не повысится. Почему? Ну, плохо усваивается. Достаточно частая проблема. И неважно, живете вы в жаркой стране или в северной, витамин D одинаково у вас будет низкий. Почему? Потому что на солнце его очень сложно синтезировать. Смуглая кожа защищает от ультрафиолета, да, не дает ему проникать. Одежда, соответственно, тоже. Если вы живете в
холодной стране, то у вас просто солнца нет, а если вы живете в жаркой стране, то вы никогда не будете там загорать и жариться, потому что вы будете бояться рака и кожи и меланомы, да, что разумно. У меня есть подопечные, живущие в Австралии, в Африке, у них у всех очень низкий витамин D, ниже, чем в Европе, например, или в Америке. Ну, потому что они солнца боятся как огня, вы понимаете, да? В Австралии меланома, рак кожи на первом месте по онкологической заболеваемости. Белому человеку очень тяжело там жить. Поэтому никто там не загорает, все предохраняются солнцезащитными кремами с высоким фильтром защиты, высокой степенью защиты, поэтому шансов там его получить очень мало. Следующее, омега-3. Омега-3 – это полиненасыщенная жирная кислота, которая обладает противовоспалительным действием. Она нам нужна для какой цели? Она нам нужна для борьбы с провоспалительной полиненасыщенной жирной кислотой омега-6. А омеги-6 у нас в рационе очень-очень много. Чтобы вы понимали, соотношение идет у нас в диете приблизительно 1 к 20. Одна часть омеги-3 и 20 частей омеги-6. А должно быть 1 к 4. Это такое идеальное состояние, которое есть у северных народов, например, у инуитов в Гренландии в Северной, у которых нет ни онкологии, ни сахарного диабета второго типа, ни астмы бронхиальной и так далее. Атеросклероза у них нету. Вот поэтому ученые пришли к выводу, что это соотношение оно идеальное. А откуда взяться омеги-3? Омега-3 есть только в дикой морской рыбе, именно в дикой. В искусственно выращенной рыбе его нету, ее. Почему? Потому что омега-3 синтезируется не рыбой, а планктоном. А планктоном питается только дикая рыба. А рыба, выращенная искусственно, питается не планктоном, а питается комбикормом. Таким же, которым кормят, например, свиней на фабриках. На свинофермах. И есть такое образное выражение «свинья в чешуе». Это про форель норвежскую, например, которую вот в аквариумах таких выращивают и кормят комбикормом. Там никакой омеги-3 в помине нету. Также омега-3 есть в мясе, например, диких животных. Вот если вы охотник, да, и у вас есть возможность питаться диким кабаном, там, например, оленем там, и так далее, то вот оттуда у вас будет идти омега-3. А если эти животные выращены в искусственных условиях, да, то там не будет уже омега-3, там будет омега-6. Поэтому омега-3 нужна для профилактики атеросклероза, для стабилизации кардиомиоцита. У нее есть антиаритмогенный эффект, есть такой анализ даже точный для этого, омега-3 индекс называется. Вот в идеале он должен быть выше 7,2%. Для мозга нужна, для зрения нужна. Но омега для всего нужна, поэтому я рекомендую употреблять ее всем. И средняя доза для молодых людей где-нибудь 1 грамм, для среднего возраста 2-3 грамма. Если у вас есть там больные суставы, кстати, для эластичности суставов тоже нужна омега. Вот спортсмены, в частности, для этой цели и употребляют ее. И у кого достаточно интенсивные спортивные нагрузки, в виде поднятия тяжести, там, бега, прыжков и так далее. Но ударные нагрузки идут на суставы, да, и масса тела большая, то меньше, чем 4 грамма я бы не рекомендовал в день пить. Именно по омеги-3, не по рыбьему жиру, а по омеги-3, обращайте внимание, да, на это. Вот для чего нужна омега-3, если кратко скажем. Ну а поливитамины почему? Поливитамины нам нужны по простой причине. У нас практически нет других источников получения витаминов из еды. Ну, мало кто имеет возможность питаться фруктами и овощами, которые выращены в условиях, в которых эти витамины были бы синтезированы. Да? Мы в основном питаемся парниковыми вещами. Плюс
если говорить для людей, занимающихся фитнесом, да, следящих за собой, то мало кто из нас ест фрукты, потому что это фруктоза, сахар, да, и от которого многие толстеют. Поэтому еще идет искусственное ограничение себя вот в таком источнике. Поэтому поливитамины я рекомендую употреблять всем абсолютно. Обычные комплексы поливитаминные. Не бойтесь, все лишнее там вымоется. Просто не усвоится. Риска передозировки здесь нет никакого. Друзья, большое спасибо Алексею. Поблагодарим его все вместе, поставив лайк, кому понравилось. Кому не нравится, ставьте дизлайк. Пишите ваши комментарии, что вы думаете обо всем об этом. Как вы относитесь к той или иной вещи, к тому или иному препарату в спорте и в повседневной жизни. Есть ли, по вашему мнению, отличия между теми, кто ведет просто здоровый образ жизни, кто ничем не занимается, и теми, кто серьезно подходит к вопросу тренинга? А мы с вами, как всегда, увидимся в следующий раз в тренажерном зале. Всем пока и сухой мышечной массы!